Заходи. Покажу тебе последний отель в Ливане, который нам предстоит осилить. В общем, прихожая такая нормальная, все хорошо, на 6-м этаже. Душ есть, фен есть, раковина, унитаз, гигиенический душ, все в порядке. Здесь тоже все хорошо, шкафчики, гардероб есть, это комната не маленькая, сейф, другие шкафчики, вот такая кроватка, еще диванчик, вот чайное место, здесь можно посидеть, вот и даже вид на море есть. И все это за $70 вместе с таксой в сутки. Нормально. Нам только до часу ночи, потому что в 3:30 мы улетаем. Наверное, даже мы пол первого уже уйдем, да? Вот. То есть нам буквально на несколько часов. Сейчас 2, в 12 уже уезжать. То есть на 10 часов. Нормально. И отдохнуть есть место, и чай попить. Холодильник есть. Все в порядке. Все нравится. Тепло самое главное. Потому что проблема была в Ливане то, что свет отключается, обогрева никакого нет, никаких батарей нет, и было очень холодно. Мы вот последние дни так мерзли, что уже только домой хочется, и я поэтому такая замученная. Вот. И мыться даже не хочется в душе, потому что там холодно, из душа выходишь, и просто очень холодно. Поэтому получается, что уже последние дни я устала, уже хочу домой. Вот, а так, вот если по-хорошему-то останавливаться, то все хорошо. И все мне нравится. Привет из Ливана, это Бейрут.